Я вице-младший сержант Терентьев Максим Андреевич. Учусь в Костромском государя Великого князя Михаила Федоровича кадетском корпусе. Я вице-младший сержант Стартонов Юрий Михайлович. Учусь в 10 классе Костромского государя Великого князя Михаила Федоровича кадетского корпуса. Все началось с того, что нас, команду кадетского корпуса, хотели отправить на казачьи соревнования, которые тоже проходили в Москве. И это было в октябре, и после этого мы, получается, весь 10 класс 100% ходим на конный спорт. В октябре от Костромского кадетского корпуса 10-11 класса представляла команда на соревнованиях по пятиборью в городе Москве. В соревнования включалась езда верхом, бег, перетягивание канатов, подтягивание и многое другое. Наша команда заняла 4-е место. Почетное. Из 16. Из 16 команд. Мы очень рады приехать сюда. Это нам показалось это очень эмоционально. Все красочно, красиво. Так сказать, нам дали возможность получить больше опыта.